В каждом подразделении пожарной охраны имеется на вооружении дымосос. Предназначены они для удаления продуктов горения с места пожара и нагнетания свежего воздуха, а также подачи пены высокой кратности. Дымосос ДП-7 построен на базе бензопилы «Дружба», а дымосос «Рамфан» на базе агрегата «Хонда». Производительность дымососа 7000 кубометров в час. Принцип его работы прост. Крутящий момент бензопилы переводится на вентилятор и происходит движение воздуха. Рассмотрим новую модель дымососа. В ней использована технология, которая позволяет создать узконаправленный конусообразный поток для подачи воздуха с безопасного расстояния. Производительность до 33 тысяч кубометров в час. Применение дымососов помогает повысить работоспособность и эффективность пожарных подразделений при спасении и эвакуации людей.